Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я ехала на тренинг, я даже, честно сказать, не знала, чему он будет посвящен. Не вдавалась в подробности, не успела открывать ни письмо, ничего не успела прочитать. Даже приехала и познакомилась с Дианой. Впервые я ее увидела, и столько эмоций, сколько я ощутила благодаря ее практикам, которые мы делали, проводили у костра, я хочу сказать, что в жизни не ощущала, потому что первое, что хочу сказать, у меня были слезы от того, что я прочувствовала, от того, что я ощутила, через что прошла в тех самых, скажем так, моих видениях. У меня, конечно, много вопросов накопилось к Диане, которые, скорее всего, я и лично только задам, но хочу поблагодарить Диану лично за ее присутствие здесь, и Вселенную благодарю, и девушку Танюшу благодарю за то, что она меня познакомила с таким замечательным человеком. Это не человек, это что-то выше. И я пока не понимаю, кто такая Диана, но мне очень приятно. Спасибо большое.